Скок матч. Подбор, внимание! Забывало. Гони, 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 иди! Что, у нашей команды остался? Один, один! Ну, понятно, передачу сделал Сафраниди. Опасно. И... Кобровчане открывают счет в матче. Николай Сафраниди неудачно вынес мяч, и после чего и случилась эта голевая атака. Проловцев сумел пальцами успеть, да, успел. Сысуев, хороший под пятку, и счет становится равным. На правом фланге разыгрывает мяч Кубравчанин, мяч сейчас в центре. Хорошо в касание было. Да. Денис. Кровно. Игрок Кубравчан. Эй, эй, покажи, сюда! Иди, иди, иди! Иди. Здорово, молодцы! Один! Два! Два! Да! Очень красиво. Классно просто разыграли эту голевую атаку. Шесть передач. Быстрых передач прошли кубравчане. По правому флангу, и мяч оказался в сетке ворот Проловцева. 1-3. СКА Хабаровск ведет. Снова Максим Казанков